Ви дивитеся «Вперше міський». Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні у нас одна із найбільш позитивних тем і один із найбільш позитивних гостей нашої студії. Тому що тоді, коли він приходить до нас, то завжди гарний настрій усього каналу. Ну, по-перше, тому що теми взагалі завжди позитивні, а по-друге, тому що Ігор Біляков, директор нашого зоопарку, ніколи не приходить із пустими руками. Я вітаю вас, Ігоре. Добрий вечір. І цього разу теж не було винятком. Він прийшов із ось такою чудовою гостею. Чесно вам скажу, ніколи не розуміла різниці між лягушкою і жабою. А виявляється, що вона є, так? І ось Ігор почав мені розповідати, що це жаба, так? Да, да. Хоча мені здавалося, що лягушка – це якось більш так лагідно і більш приємно, знаєте, а жаба якось образлива, ні? Нічого образливого в этом нет. Жаба – це прекрасне животное. Кстати, довольно такое красивое слово. Между прочим, если говорить украинскую мову, то слово «жаба» в украинском языке означает «лягушка», если да, переводить на русский. Лягушка, жаба, так? Да. А жаба, если по-русски, то в украинскую мову будет звучать как «ропуха». То есть слово «жаба» есть в украинской мове и означает «лягушка». Но на самом деле систематически это разные животные, и несколько анатомически, и по образу жизни они различаются. Лягушки – это такие явно как бы земноводные в полном смысле этого слова. Мы привыкли к тому, что лягушка сидит на берегу, и в случае чего вот вы идете, они раз и все прыгают в воду сразу. Ховаются. Да, прячутся. Жабы, их тоже много видов есть. Они более сухоустойчивы, они такие обитают далеко довольно от водоемов. У них кожа более такая грубая, видите, вот она покрыта вот этими вот пупырышками. Давайте ее сюда ближе, давайте. Будем ее выучать. Але вот. Она такая спокойная, да. Спокойная. Вот эти, видите, большие бугры вот за глазами. Они есть у жаб, они называются паротиды. Это знаете, что такое? Это ядовитые железы. Так, не треба их чипать, да? Все жабы в какой-то мере ядовиты. Ну, самая ядовитая, наверное, жаба ага, знаменитая, да, самая крупная. Это щитковая жаба, она тоже ядовита, но ее яд не очень опасен, в общем-то, для человека. И к тому же, она же его не выпускает, этот яд. Она а сейчас это, если спокой... она вкусится, да, небезопасно? Нет, нет, нет. Яд появляется на коже. То есть она в своей коже выделяет яд. Все земноводные в какой-то степени... ядовиты. Даже вот простые лягушки, даже квакши наши, вот на вид очень миленькие, у них у всех есть буфотоксины на коже. Это нужно для того, чтобы на коже не поселялись различные бактерии, различные возбудители заболеваний. Поэтому, тобто це її імунітет власний такий, да, они должны защищаться от бактерий, поэтому у них на коже есть токсины. А защита от хищников – это уже как вторичная роль этих буфотоксинов. Вот. Ну, в общем-то, жаба отличается от лягушки во многом. Лягушка может, когда глотает, она проглатывает глазами, она глазными яблоками проталкивает добычу в глотку. У жабы там другие механизмы. Жаба ходит рысью, а лягушки прыгают. Ну и вот разные довольно у них биотопы обитания, они разделены бывают и географически. То есть это все земноводные, все бесхвостые земноводные, но различные семейства. Так, вона для людей может быть небезопасной? Нет, ну практически нет. Ну если разве что... Тобто та отрута, про яку ви говорите, це її особистий, так би мовити, да, захисні это якісь сили, да, організму. Да. І крім того, жаба, вона рідко випускає цей яд в цілях защити. Це якщо там якийсь хищник там, в природі питається її з'їсти. Тобто погладити її можна? Можна, можна. Вона не небезпечна, да? А кусити може? Она может перепутать ваш палец с мучным хрущаком, там, допустим, ой, да, то есть добычей, есть, да, и пытаться вас съесть. То есть пытаться съесть ваш палец. Она проявляет чисто гастрономический интерес.
Так, нічого особистого, нічого личного. Да. Я зрозуміла. Так. Ну, вона така, скільки ми спілкуємося вже до ефіру, так Ігор приніс її там хвилин 15. Вона от так як сиділа, так і сиділа. Да, вона дуже спокійна, да, флегматична, да, така, да, нікуди не поспішає нам би так жити, так як вона, мабуть, якимось чином оцього спокою, мабуть, хотілося б багатьом сьогодні. Якщо говорити про ось ту дитячу, знаєте, страшилку, що жаб не можна, чи лягушок, кого там не можна брати на руки, бо будуть бородавки. Я это думаю, що ви бабони, про це знаєте. А ну да, розповідайте, це забобони, чи да, це правда? Которые не имеют ничего общего с реальностью, на самом деле... Яких бородавок не виникає, так, після цього? Ну, в Украине нет вот этих жаб. У нас есть пару видов. Да. Это не наша фауна. Но у нас есть зеленая жаба, есть камышовая, есть обыкновенная жаба, которые близкие родственники этой щитковой жабы. Они тоже в какой-то мере ядовиты. Но и они покрыты такими вот бугорками. И из-за внешнего вида жабы, из этих бугорков, вот такое вот поверье, что если взять ее в руки, то могут быть бородавки. На самом деле это все... Неправда, потому что наоборот, они своими токсинами могут наоборот как выступать как дезинфекторы. Поэтому, кстати, вот же не придумайте ничего Украине, такого зайвого. В Украине, да? Кстати, в старые времена, когда не было холодильников, то жерлянок, у нас водится желтобрюхая и краснобрюхая жерлянка в нашей фауне, и их бросали в кринку с молоком, этих жерлянок, и они своими токсинами не давали вот этим бактериям кисломолочным развиваться, и молоко даже в жаркую погоду долго не скисало. Но эти же яды были, их яд не опасен для человека, поэтому люди спокойно пили потом это молоко. Она дуже холодна, насправді. Дуже холодна, Боже. Мені хочеться її зігріти. Вона дуже холодна, в неї дуже холодні лапки, ну вони завжди такі, так? Да. Тобто вони завжди такі, це природньо, так. Ну, це, що стосується ось такого, такої чудової тварини. Чесно вам кажу, коли ви приходите і приносите, от я завжди побоювалася, якщо це змія, чи якщо це ящерка. Після того, як ви їх приносите, починаєте з любов'ю про них розповідати, зразу змінюється ставлення, чесно вам скажу. От, тобто немає страху, немає. Отже, кожна тварина, мабуть, по-своєму чудова. Тому що всі страхи йдуть від незнання. Нам потрібно тих же змій, тих же жаб, потрібно ближче узнати, треба узнати о них побольше, нужно их хорошо рассмотреть, нужно увидеть, какие у нее красивые глаза, какая она... Насправді дуже гарна. Да, насправді какая красивая. Она вообще замечательная. Тогда все страхи пропадут и останется только симпатия. Ну, це, мабуть, треба частіше ходити до зоопарку, так, і так любити тварин, як це робите ви. Ну, якщо говорити про зоопарк зараз, так, ми досить давно не зустрічалися, знаю, що у вас зараз зимовий період, знаю, що ви готуєтеся до свят, як завжди, так. Що зараз відбувається в Одеському зоопарку, і чи всі вже тваринки поховалися, чи оскільки ще поки тепло на дворі, ще багатьох можна бачити? Ну, мы прячем, вот когда наступает осень, да, вот по мере похолодания, но мы первых забираем черепах, потому что это животные хладнокровные, пакелатерные, да, их, они не выносят вот этих колебаний. Потом мы забираем попугаев из летних вольеров, забираем в зимники. Остальных животных мы закрываем по мере уже надобности, по мере необходимости. То есть у нас есть животные, ну, большая часть наших питомцев – это довольно холодоустойчивые виды, которые не требуют там специального обогрева. Главное, чтобы была крыша над головой, чтобы были логовища, домики. Не сховаться. Да, чтобы им было сухо и тепло. Но такие животные, как вот та же слониха, там, зебры, пекари, антилопы, пеликаны, фламинго, их надо закрывать и обогревать. Обогреваем. Ну, Бенди, мабуть, перша ховається, да? Нет, она тоже может, она до сих пор еще, вот сейчас мы ее выпускаем еще наружу, когда днем, когда довольно тепло. Вот. Обезьяны у нас живут в зимниках, в обогреваемых помещениях, но они по своей воле выходят, им разрешено в летние вольеры. Они сами могут, они всю зиму так ходят. Когда есть солнышко, когда не холодно. То же самое мы и птиц многих выпускаем. Одесская зима не суровая. И поэтому очень многие животные не сидят всю зиму. Там даже слон. Вот у нас позапрошлый Новый год
Новый год в Индии встречала в наружном вольере, потому что было тепло. Да. Угу. Вот. Готовимся мы к зиме с мая месяца. Обычно начинаем готовить. Мы проверяем свои отопительные системы. Мы же отапливаемся углем. У нас 11 котлов. Угу. Они, там из них больше половины очень старые. То есть их надо ремонтировать. Надо вот эти все батареи, трубы, все это проверять. Угу. Мы закупаем уголь. В этом году мы закупили еще дополнительно электрокотлы и электроприборы. В январе этого года нам подключили новую подстанцию, которая решила, в общем-то, нашу проблему. У нас всегда была огромная проблема, нехватка лимитов, был старый ввод через привоз, там, через вот допотопные вот эти все вещи. Сейчас у нас новая подстанция. Нам лимиты увеличены, и у нас нет такого жесткого дефицита электроэнергии, поэтому нам стало легче дышать в этом смысле, и мы больше переходим от угля в сторону электричества. Это лучше. Это же дорого. Это, вы знаете, что это все равно, даже по деньгам, это в конечном итоге дешевше. Да, потому что уголь тоже надо покупать. Нужно нанимать кочегаров. Кочегарам нужно платить зарплату тоже. Это, в общем, организационно и финансово выгоднее все-таки приходить в сторону электричества. Ну, не полностью, пока мы еще не перешли, но за пару лет, я думаю, мы перейдем. Дай бог, именно вот на вот это. Это и более экологично и удобнее. Вот. Закупаем солому. Мы повышаем... Зимовый рацион, я знаю, еще и больше, так? Да, рацион больше. Так что зима не представляет никаких проблем для наших животных. У них нет проблем с питанием в зоопарке. Они же не на воле в лесу живут, где надо добывать Треба себе шукать, добычу. Да. Вот. Они всегда накормлены, поэтому они легко переносят холод. Вот. На самом деле летнюю жару бывает им более дискомфортно, чем зимние холода. Да. Так что в этом отношении проблем нет. Что касается подготовки к праздникам, то, честно говоря, до сих пор не знаю, будем ли мы проводить вот эти вот массовые мероприятия, потому что все-таки карантинные ограничения. Мы-то открыты. Но мы не проводим ни экскурсии, не создаем скопление народа, не проводим никаких праздников. Если будут какие-то послабления в этом смысле карантинные, то, конечно, хочется проводить какие-то вот... Ну, ви звикли до того, та і тваринки ваші звикли до того, що багато дітей, що багато, вони вже звикли до глядачів. Ну, люди зараз ходять ще, навіть несмотря на плохі погоди, зараз почалися такі погоди, але все одно люди є. Приходять, да. Сплять же лише ведмеді, так? Медведі спять. Сплять, да. Так. І от той майданчик, який для них побудували, це такий сюрприз на весні вже буде. Да, вони ще його не бачили. Пробували, да. А коли вони прокидаються? Ну, вони можуть проснутися і в январі, і в феврале. Вони, скоріше всього, не будуть спати всю зиму. Хоча буває і таке, що вони можуть спати. Бувало, на моїй пам'яті, навіть до апреля. Они спали. Но обычно они встают где-то вот февраль, апрель, иногда март. Вы мне скажите, они когда сплять, их не годуют же? Чи як? Они... Чем это происходит? Значит, как спит медведь? Чи он встает, чтобы поесть и снова лягает? Он может спать. Вот, допустим, если говорить о природе, да? Медведь ложится спать. У берлогу всю зиму, свою, да, так, берлоги, спить, он там так, спит, он нагуливает жир, у него начинается вот эта стадия гиперфагии, да, осенняя, когда он много-много ест там ягоды, грибы и все, все подряд, орехи, орехи дают ему вот большие запасы. Он становится толстым, и вот он за счет этого, за счет этого жира протягивает до весны, да. Что называется, сосет лапу в берлоге. Медведь не спит так глубоко, как, например, суслик. Вот, суслики тоже, они впадают в спячку в норах, но они спят, они похожи на консерву. Вот, то есть он впадает в анабиоз, самый настоящий. Если вы его, он не живый. Да, его, если вы его разбудите, то есть выкопаете из норы, он не почувствует ничего, то есть он абсолютно не воспринимает, он полностью отключен. Медведь просто спит. Он просто спит. Вот как байбак, например. Там, да?
Вот. Но если проснется, он может захотеть кушать. Он бывает, что наши медведи просыпаются, попросят кушать. Это бывает раз в несколько недель. Угу. Поел и опять спит. Тобто экономите ви на ведмедях взимку, да. Так, кілька місяців. Да. А бывает, что... Бывает, что вот особенно, когда самка с медвежатами, она может вообще не выходить из берлоги всю зиму. Угу, угу. Она их там выкармливает. Ну, зараз немає маленьких, нет, да? Немає. Мы медведей не размножаем. Угу. Сейчас все зоопарки Украины договорились в ближайшее обозримое будущее медведей не размножать. Почему так? Потому что сейчас же законы изменились, и, кстати, общественная мораль вот меняется вот в лучшую сторону, угу. Скажем так. Позакрывались вот эти все передвижные зверинцы, mm-hmm. которые там mm-hmm. вот эти в этих вагончиках возили животных, mm-hmm. практически перестали практически применяться животные в цирковых выступлениях. В общем, эти все передвижные зоовыставки, они закрылись, и осталось большое количество медведей. Mm-hmm. И созданы специально для этого были, вот и в Западной, в Центральной Украине есть питомники, такие как бы приюты для медведей, революционные центры. Да, я многие бачила, зоопарки я разобрали. Власне очи, да, да, разобрали, кто могли этих mm-hmm. медведей. Сейчас медведей очень много у нас mm-hmm. в стране, и это представляет проблему. Mm-hmm. Вот. Поэтому в таких условиях, когда ну, сложно этих медведей разместить, еще их размножать, это неразумно и против, тих бы против здравого я смысла. Я зрозуміла, да. Так, нехай да. вони, да. Да, тих. Поэтому решили пока не разводить медведей, угу. чтобы не усугублять уже существующую проблему. Угу. Вот, поэтому мы медведей не разводим. Вот. Но когда у нас были, вот самка могла лежать всю зиму в берлоге. Сейчас она просыпается, просит кушать, может опять спать. Угу. Вот, но выйдут, нам ждет их вот этот сюрприз. Это очень хорошая вещь, mm-hmm. которую... И большое спасибо вот нашим меценатам, этим спонсорам, которые... Максу Вегнеру, который подарил нам вот эту конструкцию. Она позволяет медведям там шалить, баловаться, mm-hmm. заниматься, да, двигаться. Скільки, да, да, и она нам позволяет на этот игровой комплекс можно навешивать различные элементы уже игровые, разные совершенно, mm-hmm. каждый раз новые, mm-hmm. Чтобы медведям было интересно. Это и называется обогащение среды. Mm-hmm. Еще підкупає, чесно вам скажу, я дивлюся, коли вашу сторінку в Фейсбуці, дуже часто бачу, там ось буквально на днях журавля, так? Там ще когось, кого хворого знайшли, вам да. і всіх. Ви всіх да. берете? Практично, да. Это тобто очень, ви нікому не відмовляєте? Люди... Очень большая часть нашей работы. Мы создали даже специальное подразделение, вот, карантинирование. Mm-hmm. Со штатом сотрудников, которые занимаются именно спасенными животными. Я знаю, что ликуете, а потом да, отпускаете да, на волю. Да. Так, большую часть этих птиц, ну, в основном приносят птиц, конечно, угу. больше всего. Большую часть их нам удается вернуть обратно в природу. Угу. Вот. Какая-то часть из них погибает, конечно, и какая-то часть остается у нас, те, которые уже не могут жить в дикой природе. Угу. Ну, например, да, вот этот же журавль, которого из тузловских крыло, там фрагмент крыла у него крылом, да. ампутирован, он уже не сможет летать, поэтому он не выживет в дикой природе, поэтому он остался жить у нас, вот нам из тузловских лиманов Иван Русев нам передал этого журавля. Ну, справді, йому пощастило, тому що... Конечно, факт, его же там нашли вижу. Люди, его кто-то подстрелил, uh-huh. его там вот местные жители его нашли, его спасли, его там прооперировали, выходили, выкормили. Вот, и вот сотрудники нацпарка там его угу. подняли, в общем-то, и передали вот нам, ну, останется уже жить у нас. Это молодая птица, молодая, этого года. Угу. Ну, это если про птиц, а если про інших тварин? Приносят нам черепах, змей, ежей, кстати, ежей довольно много, угу. летучих мышей, енотовидных собак приносили, угу. куниц. Харьков. Ну, я вам колись кота привезла. И да, таке да, было. Хотя мы котов не берем, в общем-то, это не наш профиль. Зараз да, я скажу, да. и будут вам да, котів нести. Котов, ну, котов нам в основном подбрасывают. Довольно часто бывает, что котов подбрасывают. Это большая проблема для нас, потому что
У нас сотрудники этих котов берут домой, там пристраивают. Их треба кудись дівати, да. Так, а люди вважають, що якщо ви зоопарк, то берете всіх, але ж їх треба десь. Ми не беремо, так, не беремо, ні коти, собак, до речі, ні собак, так, ні котов. Ми не беремо. Ми займаємося дикими животними. Так, да. Так, це такі для котів і собак є приюти городські. Це домашні тварини насправді, да. Так. Вот. Ми беремо диких. Вот. Но собак нет, а вот котов подбрасывают довольно много, и это представляет большую проблему. У меня дома тоже два кота. Вот таких? Один, да, один из зоопарка, одного я брал на вот Home Fest, такой вот, помните? Да, да, ну, звичайно, что так. Это очень полезное мероприятие. Огромное спасибо тем людям, которые его организуют. На жаль, не все, мало, ну, хоча багатьох тварин могут быть, але им удается пристроить довольно много животных. И это, насправді, такая добрая справа, не купувати, ніде не шукати, а взяти просто. И они, мабуть, дуже благородні. Не так, и они дуже добрі, ці тваринки, тому що ну, вони тот розумі... кот, которого я взял, вот это было 2,5 года назад. Mm-hmm. Вот Бартоломью. Этот кот, вот он, ну, это такое животное вальяжное, он причем мне его не хотели отдавать. Люди, которые это волонтеры, которые они его подобрали, они его там стерилизовали, он у них жил в доме какое-то время. И они спрашивают, где вы живете? Я говорю, я живу в частном доме. Вот вы видели. Нет, в частный дом не отдадим. Серьезно? Потому что он у вас там убежит. Я говорю, да не убежит. А вы, они не знали, кто вы, мабуть? Ну, не знаю. Но я их уговорил, что не убежит. И еще почти год мы им там слали фотоотчеты, видеоотчеты. Но этот кот, кстати, он действительно, он гуляет по, ну, по огороду там. У нас, но он никогда не уходит со двора, да, и он возвращается. На жаль, нам пишуть, що вже все на сьогодні. Я хочу завершити наш ефір ось цією красуною. Я думаю, що після цього ефіру ваше ставлення до жаб теж зміниться. Дивіться на ці чудові очі, на цей чудовий окрас. І вона дуже холодна, так. Але мені здається, що це така тваринка. Кожна тварина бажає тепла якогось, ну і людського теж. Тому якщо подарувати тепла, то вона, звичайно, що буде дуже вдячна нам всім. Ну і нехай ваше життя буде ось таким спокійним, як у неї. Дякую Ігорю Білякову, директору Одеського зоопарку. Ми обов'язково зустрінемося ще на першому міському. До зустрічі. Дякую вам.